Всем привет! С вами, как всегда, канал Великан, и я его ведущий обзор Леонид. Сегодня у нас на обзоре бутербродница от компании Горения. Название последнее происходит от славянской деревни Горения, где и была основана компания. Ныне это известный производитель бытовой техники. Имея лаконичный дизайн, модель заключена в металлический корпус, окрашенный в матовый черный цвет. Блок управления девайсом заменяет расположенный вверху на устройстве световой индикатор, состоящий из двух цветов – оранжевого и зеленого. У каждого из них есть своя задача. Например, отображение зеленого означает о прогреве устройства. Как только он погаснет, это значит пластины внутри нагреты до нужной температуры. А вот оранжевый цвет призван сопровождать вас от момента включения прибора в розетку до завершения его работы. Таким образом, он дает понять, что все исправно. При мощности в 700 Вт устройство быстро набирает температуру, а это значит, ждать вам долго не придется. Запуская ее впервые, постарайтесь держать себя от желания на ней готовить. Бутербродница должна пройти термообработку, а это значит первый прогрев без продуктов. Благодаря ребристым пластинам на верхней и нижней части, в ней можно готовить не только привычные всем бутерброды с богатой начинкой, а и также сэндвичи, колбаски и даже неплохие тосты без использования тостера. Многослойное антипригарное покрытие избавит вас от трудоемкой чистки. Достаточно будет, дождавшись полного остывания рабочей части, просто протереть пластины хлопчатобумажной тряпочкой с нанесением средства для чистки или без него, в зависимости от степени загрязнения. Также хочу обратить ваше внимание. В процессе работы устройства старайтесь избегать прикосновения к верхней части, так как есть велика вероятность получить ожог. Для таких случаев производитель снабдил наш девайс специальными ручками, которые в процессе работы не нагреваются. А для еще лучшего приготовления тех же бутербродов, закрыв верхнюю крышку, вы можете смыкать пластины специальным фиксатором. Внизу девайса расположены две ножки с резиновыми подушками и выступающая плоская платформа, за которой вы можете прятать сетевой шнур для более комфортной транспортировки. Задача последней – помогать ножкам держать равновесие на твердой поверхности. Небольшие размеры позволяют держать бутербродницу даже на маленькой кухне, а вот длина шнура всего 70 см, что, как по мне, маловато. Покупать бутербродницу или обходить стороной – право выбора, как всегда, остается только за вами. С вами был Леонид, пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока!